Да. Что же будет дальше? Женечка, аккуратненько, только раз и положил, как лялечку. И сейчас вынесем вдвоем ее. Ой, давай, 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 давай. Все, все, все. Тяжело, да, Жень? Все, не роняй. На 4 кусочка поделить. Класс, теперь это надо все выносить. Так, а ну, Женечка, отойди, пожалуйста, я гляну, что у нас получилось. Так, у нас получилась вот такая вот ерунда. Теперь надо вот этот кусочек снести и тот кусочек снести. Но придите. А здесь Америка. А там Украина. А тут цветочек. Ну, ребята, короче, мы взялись конкретно. Кирпич. Сейчас послаживаем с Женей. И выставлю на продажу на OLX. Это огнеупорный. Чё? Ой, аж не верится. Пол дома развалили. Вот Женя убирает. Возит тачка, я готовлю кушать. Фу. Конечно, хоть и говорят, что ломать не строит, но, мои дорогие друзья, это очень и очень тяжело. Просто покажу себя, чтобы я нанимать хотела людей. Он говорит, нет, я сам все сделаю. Ну, типа поломать. Это не я, Любочка, нежные обои. Сейчас вам покажу обязательно. И теперь косметику, где подкрашу, когда положу в линолеум. Комната. Готово. Вот здесь будет жили. Ну и вот эта комната. Вот так вот, ребята. Как мы замахались. Как мы замахались. Фух. Вот это, ребята, почти с 9 утра и до 3 часов дня Женя укладывал линолеум. Замахались, конечно, я. Ну какая с меня помощница? Ну там поддержать. Там подать ножницы, а все остальное он сам типа. Так, друзья, все, все готово. Потолок ледяной, дверь не скрипучая. Прихожая, только доля такая.